Всем привет! Вот и пролетел самый короткий и холодный месяц в году. Прощаемся зимой и встречаем мой пятничный прогноз погоды на выходные. В субботу в Воронеже выступит в дуэте «Снег с дождем». Днем столбик термометра покажет 0 градусов, а ночью опустится до минус 7. В воскресенье дождь в одиночку исполнит свою оперу. Днем минус 1 градус, ночью минус 3. Ищите сотрудников в свой штат? Начните поиск с сайта «Блокнот Воронеж». Размещайте свои объявления в разделе «Работа». Их увидят тысячи жителей нашего города на сайте и в Телеграм. Условия размещения можно уточнить у нашего менеджера прямо сейчас. Телефон в описании.